рано убежал, не отвезла она. Я прекрасно запустил. Нужно обыгрывать мыс. Запустил, потом закрыл, сейчас опять запустил. Да, все попробую. Пока, да. Итак, в этом сезоне нам осталось разыграть только серебро. Разыгрывают его «Газпром Энергохолдинг» и «Спецсвязь». Ну, по крайней мере, бронзовые дали себе, и те другие уже обеспечили. «Мосэнергосбыт» гарантированно первый, но в этом сезоне «Мосэнергосбыт» не проигрывал и статистику себе портить не намерен. И осталось два матча. Личные встречи «Спецсвязи» и «Энергохолдинга» прошли. В целом результат в пользу «Газпром Энергохолдинга». Поэтому, если сейчас «Спецсвязь» выигрывает, то гарантирует себе серебро. Если играет в ничью, то играет в ничью или проигрывает, то «Газпром Энергохолдинг» может их обогнать. Для этого «Газпром Энергохолдингу» придется в заключительной игре сегодняшнего дня обыгрывать «Мосэнергосбыт». В общем, кто обыграет «Мосэнергосбыт», тот молодец. Если никто не обыграет, то тогда «Спецсвязь» вторая, «Газпром Энергохолдинг» третий. Сейчас два очка их отделяет друг от друга при одинаковом количестве матчей. Главой «Мосэнергосбыта». У МЭС сегодня победа над «Сбербанк Технологии» 4-1. У «Спецсвязи» 6-3 победа над «Меридиан Энерго». И 2-1 победили Московский банк «Сбербанк России». Остановлена атака МЭС в центре. Горелова прессингуют. Смена у «Мосэнергосбыт», свежая четверка на поле, может себе позволить команда. На последний тур у МЭС, по-моему, все игроки из заявки явились. Нарушение не самое. В «Спецсвязи» появляется все больше моментов. Снова дает бить «Спецсвязи», и на этот раз игрок точит. 1-0, сыграно сейчас около 5 минут. Три площадки, я пока не помню. Забил три передачи, я скажу.
раз, что с второго тайма пришел. ВДВ прям сейчас хорош, пришло. Хорош, Олег! Ну или ладно. Хорош, Олег! Давайте поактивнее там. А наш мяч, касание будет. А там игрок. Мандрадака спецсвязи. Вторую попытку получили. А сейчас рикошет. Все-таки в пользу МЭС. Все более открытой мы видим футбол. Мосэнергосбыт может чувствовать себя спокойно. Если даже проиграет, ничего страшного не случится. О статистике не все не вспомнит. Главный статистический показатель – это место в турнирной таблице. Уж сколько там было поражений, не так важно. Внимание, на табло указано правильное время матча. Контроль мяча от ГЭХ рано или поздно должен был закончиться. Удар Токарева. Спецсвязь вряд ли рассчитывает до конца матча удерживать преимущество в один гол, но когда есть возможность потянуть время, почему бы и нет. Вот это да! И такие курьезные голы случаются. И даже в финальном туре бывает такое. Кто? У нас счет равный 1-1. Ну нету автоголов, надо на кого-нибудь записать. Кто последний мяч пробовал? А, кто забивал тебе что ли? Да. Не знаю. Мне кажется, номер 8. Ладно, запишем на него. С Малыхина начинается атака. До конца. Да. Есть, есть, третий идет. Огня. Хороший подкат. Последние 10 секунд. Все, Погорелов уже не будет вводить мяч в игру. 1-1 пока. Не надо.
второй тайм. Продолжается борьба за серебро. 1-1. Пока равный счет. Во встрече Мосэнергосбыта и спецсвязи. Счет, который спецсвязь не устраивает. Им нужно выигрывать, чтобы себе... Ну, да, гарантировать серебро. Малыкин свободен в центре. Три в два могут выходить желтые. Не замыкают дальнюю штангу. Пытается стенку разыграть спецсвязь. Еще одна контратака МЭС. Погорелов на месте. И еще и штанга помогает. Вот атака спецсвязи. Даже не атака. Одна передача и удар с разворота. И счет меняется. 2-1. Ну вот сработало известное футбольное правило. Не забил Мосэнергосбыт и вполне логично сразу пропустил. Горелову. Пришлось для контроля выйти за пределы штрафной. И снова спецсвязь забивает. И снова результативными действиями отмечается Погорелов. У него передача. Результаты кушают, да? О, давай вообще нет. Дайте получить. Вот, теперь ближе. Ближе. Еще ближе. Вот. Момент остался не без внимания арбитра, но, по крайней мере, без его свистка. Здесь же просто аут. В этом матче есть проблемы с реализацией у Мосэнергосбыта, но, как я уже говорил, задачи они решили все турнирные. Могут себе позволить такую роскошь, как расслабленно проводить игру против спецсвязи.
Борьба за мяч. С элементами рестлинга сейчас была. Токарев пробил. Фалит МОСЭнергосбыт. Такое вынужденное нарушение для того, чтобы сбить спецсвязи темп. Да, технично. Задуманный мяч пролетел рядом с девяткой. Чуть больше 2,5 минут до конца. Здесь фол довольно грубый. Ну, поменяйтесь, возьмите тайм-аут, ребят. Тайм-аут берите. Встреча продолжается. Повреждение оказалось не сильным. Два мяча нужно отыграть в МОСЭнергосбыту, чтобы пройти весь сезон без поражений. В первом матче в этом сезоне МОСЭнергосбыт спецсвязь выиграл довольно легко. 3-1. Вот сейчас зеркальный ответ. Тайм-аут берет МОСЭнергосбыт за 41 секунду до конца. Ну, ты Юра, наверное, где-то.
Я понял. Я ему просто скажу, чтобы он поднялся наверх после игры и играть в шутку. 40 секунд. Должны доиграть МОС «Энергосбыт» и «Спецсвязь». МЭС выпускает 5-го влевого вместо вратаря. Фифу после матча, ну, после футбола, чтобы он фифу пошел играть. Каждый. Через пас. Раз, два, я быстрее. Еще, еще. Виктор. Быстрее. Еще. Проси, подорвись. Ближе! Погорелов не стал в пустые ворота бить, хотя сегодня уже попадал. Ближе! Все. 1-3. Окончательный счет. Спецсвязь забирает серебро.